Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в гостеприимном Доме Дружбы. Сегодня в программе знакомимся с проектом Национального парка Дружбы народов, встречаем гостей из солнечного Дагестана и радуемся весне по-казахски. А сейчас мы с вами отправляемся в поселок Волгарь в чистом поле погулять, а заодно познакомимся с интересным и своего рода уникальным проектом. Самарская область граничит с Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областями. На севере с Республикой Татарстан, а на юге с Казахстаном. Места, что называется, мультикультурные. При этом в 63-м регионе все сосуществуют мирно. Нет острого неприятия обычаев и традиций между представителями различных национальностей и религиозных конфессий. Отражением этого многонационального мира и согласия станет парк Дружбы народов, который появится в скором времени в поселке Волгарь. Представляете, как будет здорово, если любой русский ребенок или армянин, или кто-то проходит и знает жизнь данной нации. А ведь здорово, у каждой нации есть свои такие великолепные и культура, и обычаи, и все. И зная вот культуру и обычаи, и зная жизнь любой нации, это мы с вами тогда обречены на дружбу. А дружба, как известно, начинается с уважения и взаимопонимания. Представители национальных культурных объединений не скрывают. Работа над проектом их еще больше сплотила. Люди стали чаще встречаться, больше общаться. Наши дома. Вот здесь будет в центре, единственный в центре будет русский дом. От проектов к воплощению. Наша съемочная группа отправилась в поселок Волгарь. Вот оно то самое поле, где совсем скоро, как только позволят погодные условия, начнется строительство уникального парка Дружбы народов. Даже сейчас это место радует взор. Рядом речка очаровывает, растет камыш. Словом, есть что показать и будет на что посмотреть. Здесь парк будет, лесополоса, будет посадка деревьев. Деревья, да, как раз? Да, деревья сажаться будут здесь. Ограждение будет идти от этой территории, то есть там здесь планируется все. Соответственно, ну и красивый парк будет делаться с площадками. Отметим, что аналогичный проект уже успешно работает в Саратове. Планируется, что все строительные работы будут окончены к 2016 году. По замыслу авторов проекта в этнокомплексе возведут 23 дома. По сути, здесь будут представлены все народности, проживающие на территории региона. Картину дополнит семейный парк, набережная и зоопитомник. Каким быть каждому дому, решать самим национальным объединением. Да и задача стоит вполне конкретная. Новый парк должен стать экскурсионной площадкой, на которой жители и гости Самарской области смогут познакомиться со всеми национальностями, населяющими губернию. Как пахали землю и чем, и как эти инструменты дошли до нашего времени? Мы во что одевались? Как убранство избы менялось? И как мы живем сейчас? И действительно, здесь вот сказали, пройдет время, и нас уже не будет, но вот эта красота останется. К примеру, Самарская региональная общественная организация «Мастарава» остановила свой выбор на мордовской традиционной избе. Большой интерес к будущему национальному парку дружбы проявляют и сами жители. Люди приносят старинные костюмы, письма, фотографии. Сотрудники культурного центра «Мастарава» надеются, что получат еще немало уникальных и ценных экспонатов. Все то, что окружало человека на протяжении предыдущей длительной жизни, все будет там представлено. Будут и старинные мордовские лапти, и техника плетения. Немногие знают, что мордовские лапти отличаются от русских. И всегда, когда спрашивают, ну чем же? Мы говорим, что в мордовском лапте есть правая сторона и левая. И специальный петушок показывает правую и левую сторону. И пятка очень толстая, поэтому, говорят, толстопятая. То есть эту пятку сносить очень-очень нужно постараться, чтобы ее разносить. Сама идея создания этнопарка очень хорошая. Нам нравится, что люди горят этой идеей, что губернатор поддерживает проект, отмечали участники круглого стола в Доме Дружбы народов. Эту инициативу нашу и поддержал губернатор Самарской области, то есть наш губернатор Николай Иванович Меркушкин. Мало того, он дал согласие быть председателем попечительского совета, который мы уже сделаем, и всячески будет содействовать строительству нашего парка дружбы. Когда придут дети и увидят своими глазами еврейскую куклу, книгу, татарские изделия, чувашские костюмы, они своими глазами и руками пощупают, увидят и посмотрят, что это все не словеса, не словоерцы, а все это действительно есть и все это будет.
Уникальный для региона этнопарк сконцентрирует вокруг себя фестивали, ярмарки, выставки и станет местом, где красочно, песенно, познавательно и вкусно во всех отношениях. Традиция встречать дорогих гостей не только приветственным словом, но и хлебом с солью сохранилась и в наши дни. Заглянем в гостеприимный Дом дружбы народов. Рады мы гостей встречать, да хлебом с солью угощать. Рады мы гостей встречать, да хлебом с солью угощать. Как велит старинный русский обычай, почетным гостям из Дагестана подносят каравай в знак уважения и многолетней дружбы. А завязалась она достаточно давно. Начиная с 60-х годов прошлого века дагестанцы приезжают в наш регион, живут и работают здесь. Достаточно вспомнить известных профессоров Николая Михайловича Магомедова и Магомеда Магомедовича Халикова, ректора Самарского экономического университета, в недавнем прошлом министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Габибулу Рабадановича Хасаева и, конечно, олимпийского чемпиона по дзюдо Тагира Хайбулаева. И вот наведен еще один мост дружбы. Подписан первый договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном партнерстве между регионами России. Я надеюсь, что сегодняшнее соглашение даст всем огромный импульс в развитии дружественных братских отношений между нашими субъектами, между Самарской областью и Республикой Дагестан, и между народами, проживающими в Самарской области и Республике Дагестан, между россиянами. Дагестан – многонациональная республика с богатейшей историей и многовековыми народными традициями. Один из значимых регионов, на который сегодня направлено особое внимание власти в рамках работы по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Конечно, многое еще предстоит сделать, но результаты видны уже сегодня. Многолетний опыт работы Дома дружбы народов в Самарской области может быть успешно использован молодым и уже набирающим обороты Махачкалинским Домом дружбы. Он открылся год назад, а на его базе были созданы уникальные лаборатории национального костюма и национальных инструментов. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество между нашими домами дружбы народов с такой замечательной, красивой страной, республикой, вернее. Это соглашение, оно дает нам очень многое. Мы полноправно будем уже дружить. Все. Захотите вы этого, не захотите, мы уже подписали, обязаны дружить. Сегодня Дома дружбы призваны укреплять братские отношения всех национальностей, чтобы люди лучше узнавали о культуре и традициях друг друга, искали и находили общие точки соприкосновения. Здесь у нас такая имитация люльки, которая подвязывалась за крюк в центре комнаты, качка. Она, наверное, многих народов. У нас каждая семья. До сих пор. И подвязывается, В рамках подписанного соглашения будут организованы совместные мероприятия, направленные на сохранение национально-культурной самобытности дагестанского народа и этнокультурного многообразия Самарской области. По мнению участников встречи, соглашение также позволит усовершенствовать механизм взаимодействия с дагестанскими национально-культурными объединениями, действующими на территории 63-го региона. В поселке Суходол еще не успел растаять снег, а его жители уже вдохнули частицу весны в застывшую природу. Вышли отметить Наурыз, праздник пробуждения весны, плодородия, дружбы и любви. В переводе с казахского «наурыз» означает «рождение весны». В стародавние времена ее приход казахи определяли по солнцу, когда теплые солнечные лучи проникали сквозь верхние отверстия в юрту. По старому летоисчислению этот день обычно совпадал с днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март «наурыз». Считалось, что в этот день происходит обновление в природе. Гремит первый весенний гром, набухают почки на деревьях. Первые дни лучи солнца приходят с этим праздником. Встречаем весну, как говорится, радость, тепло, веселье. Радость от того, что скоро наши большие стада пойдут паститься в степя. Вот это вот древних времен, традиции, вот это вот радости, веселье, вот этого тепла. Наурыз қаттыболсын. Мирамдық, денсаулық, қаулыға,
халық бізін аман болып, денсаулық болып жүрсін. Вот здесь представитель еще, пускай он скажет. А и по-русски переведите, что вы сейчас пожелали. Мира, добра, светлого созидания. После суровой зимы первые лучи мартовского солнца дарили людям надежду на новую жизнь, новый урожай. Так было несколько столетий назад, и так будет всегда. А в Наурыз – праздник единения. По традиции гостей угощают национальными казахскими блюдами за дастарханом, накрытым столом. И, конечно же, в юрте. Именно за общим столом люди делятся друг с другом самым сокровенным, ценным, интересным. Обычная с виду казахская юрта оказалась, на удивление, довольно вместительной. Здесь должен быть, ну это сейчас по-современному, а вообще должен быть здесь, вот здесь стоять. Здесь дырки должны быть, здесь казан должен стоять. Молодежи хотим, чтобы они знали, чтобы это вот это вот наши традиции, обычаи, что когда-то наши деды, прадеды здесь в таких юртах жили. Так уж повелось в народе, что чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда изобилие праздничных обычаев и разных яств. Но самое главное угощение стола – буурсаки – небольшие пончики, жареные во фритюре в казане. Главное, чтобы буурсаки поднялись, и были они воздушными, и пропеклись. Раскатывается тесто, нарезается кубиками. А вот с пылу с жару и наши буурсаки. Кстати, в переводе на русский язык это слово означает стремление к родству, стремление к объединению. Это блюдо и на самом деле выглядит как одна большая дружная семья. Да и сам праздник Наурыз в Самарской губернии давно стал интернациональным. К тому же весна – особенное время года, и оно очень ярко и красиво отражается в культуре разных народов. Наурыз – значит начало новой жизни, начало рождения весны, пробуждения земли. У чуваш тоже есть праздник, он называется Нарыз. Поэтому Наурыз – это праздник всех людей. Ну, мы же живем в этом поселке, и нам интересно увидеть, как наш дружественный народ, наши соседи живут. Пришли посмотреть на их быт. Многие праздники и торжества у казахов сопровождаются играми. И само собой разумеется, что во всех этих состязаниях народ хотел видеть своих джигитов смелыми, сильными и ловкими. Не подкачали и нынешние участники. Захватывающей получилась казахская национальная борьба «Казахша-Кюрес». Силу и выдержку демонстрировали участники по армрестлингу. На высоте были пловцы и футболисты. Мы рады этому празднику, что уже 11-й год проводим. И благодаря вот этому празднику наша молодежь перестала стесняться, что они казахи. Был такой период, когда вообще стеснялись называть себя казахами. Сейчас не стесняются, могут себя гордо сказать, что он казах, и гордиться тем, что есть. Мы, не стесняясь, начали показывать свою культуру, самобытность всем народам вот этим, благодаря этому празднику. А вот казахские народные танцы никогда не имели четких хореографических рамок. Чаще всего они исполнялись в форме вольной импровизации, позволявшей посредством определенных стилистических манер выплеснуть эмоциональный, жизнерадостный темперамент. Традиции хозяин территории, где проходит праздник, передает символ Наурыза Домбру другому району. Эстафету принимает Безенчукский район, где, собственно говоря, и пройдет следующий областной казахский праздник Наурыз-2016. После такой встречи весны она просто обязана дарить нам хорошую погоду и радостное настроение. Мира вам и добра. Увидимся через неделю.